Так, на связи Чандр, это у нас Оксидрум 104. 101 кабинет. Погнали в 101 комнату. Это у нас получается, мы уже один раз прошли, но в то же время пробуем альтернативный момент. Как у нас будет? Зная некоторые вещи, мы вот пытаемся сделать. А крюк у нас должен сейчас уничтожиться, по идее. Он как бы утонет, упадет. Крюком достанем, смотри. Найдем сразу ключ от 210-ки. Все, крюк упал в воду, зато ключ раздобыли. Хорошо. Кладем 210-ку пока сюда. Погнали в 101-й, посмотрим, что у нас там. Сумка вроде бы где кубики. Кубики либо 103, либо там 102, может быть. 102 вообще есть такая комната? Есть. It's locked. У меня есть ключ. Что-то может отличаться местами. Нам еще одну записку зла нужно найти. Где ее найти, правда, не знаю. Не здесь? Нет, не здесь. Ладно, патроны. Мы не смогли открыть этот ящик. Ну, то есть я не понял, как он открывается. Мы нашли старый ключ. Старый запертый чемодан. Старый ключ мы находили, но не получилось. Можно только совместить. А, здесь я помню, что открывать нужно волка. В ванной комнате есть необходимая нам деталь. Ключа нету? Есть под противоядием. Отвратительно, на обложке замок. Ключ. Пока ни одного нету. Здесь закрыто. А, здесь открыто сразу. Тогда хорошо. Здесь у нас есть нужная вещь. Обычно закрыто, но не здесь. Все, от 206. В 206 нужно с респиратором идти. В 206 что у нас будет? Я не помню. 206 могилы будут и ключ от 108 комнаты. А вот 108 это, возможно, комната с кубиками. Да. 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 Дам-дам-дам-дам. Давай на всякий случай еще осмотримся. Может быть, я что-то пропустил, конечно же. Ключ от 206-го, патроны, все это, понятное дело, нужно. Хорошо, там есть ключ от ванной комнаты. Ванную комнату нам есть где открыть пока что? 111-м. Угу. 102? Кладбище. 206 кладбище, да. Ну ты, наверное, написал как раз тогда. Смотри, нам нужна сумка. Безумно нужна сумка просто. И мне кажется, что она не в 108-й. Хотя... Патроны точно убираем. Убрать в хранилище. В 111 можно попробовать взять, что там есть в ванной комнате. Не помню. Но что-то же было, что-то было, да. Смотри. То, что ключ мы нашли, их больше. Ключей, кстати говоря. Мы пробовали миллион ключей, в том числе и вот этот вот ключ. Ну, пробовали мы его. Не подходит. Не подходит, понимаешь? Не работает. Он просто не работает. И я не знаю, как его открыть. Старый запертый чемодан. Мы пытались его открывать всеми правдами и неправдами, всеми ключами. Какой-то старый ключ, причем мы находили, помнишь, который никуда не подошел. Если банально выстрелить в замок, думаешь, сработает? Давай попробуем в целом. Не, ну окей, как бы это план. Это действительно план. Патронов, правда, у нас нету нифига. Запасных имеется в виду. Не сработало. К сожалению, не сработало. Очень жаль.
Попытка не пытка. Ну, не скажи. Так, совместим пока что. Вот так зарядимся. Уберем в хранилище. Раз. В 206-м понятно, что мы сделаем, да. Но для начала тогда в 111-м откроем ванную. Она бесполезная. Вообще бесполезная. Там, по-моему, только противоядие или бинты. Что-то в этом роде. 206-м. Нужно ли открывать? Вот это не помню. В 206-м точно будет ключ от 108-го. И, допустим, нужно. Лучше потом возьмем. Нам сейчас... Мы не можем, потому что взять лишнего. У нас нету места. Хотя мне кажется, то, что мы уже ходили туда, когда у нас было место. Не помню. В любом случае, идем наверх. 206 мы точно можем пойти. Смотри, добираемся до 206. Тут у нас... Внимание, внимание, требуется респиратор. Не проблема. Вообще говно вопрос. Ага. Здесь, кстати, надо. К сожалению, надо. Ключ был. Вон он за ней. И в ванную комнату здесь, кстати, надо. Я понял, тогда на выход. На выход, на выход. У нас теперь есть место в инвентаре. Мы как раз откроем. Хорошо. Все, берем тогда ключ. Угу. Возвращаемся в 206. Да, этой заразы в прошлый раз точно не было. Опа! А мы не заходили сюда, кстати. Ева. Инвентарь. Плюс один там написано. Плюс одна жизнь. К нам не респиратор. Все у меня хорошо, это да. Есть бинты. То есть можем даже урон получить, если что, от этой штуки. Но нас интересует кое-что другое. Что? Я не могу прицелиться. I can't aim well with this mask on. It won't open. Хорошо, выходим тогда. Надо вернуть на базу. Положим в инвентарь Еву. Ева что нам дает? Хотя, может, нас сожрут здесь? Я не знаю, но мы не можем стрелять точно здесь. Как мне попасть в мотель? Попадем мы в мотель, не переживай. Можно чем-то пожертвовать. Чем? Я не знаю. Противоядием, например. То есть Еву оставить предлагаешь? Да. А противоядие точно нужно? Желательно бы. Но он не умеет целиться в противогазе. Смотри на фотографию Евы. Смотрели уже, смотрели. И мы уже умирали же. Фотография Евы. Плюс одна жизнь. Вот видишь, плюс одна хп. Все, давай тогда здесь оставим. Слушай, мне очень нужны эти. Блин, мне так нужны. Правда нужны. Мне так нужны еще три слота. Прям безумно. Где мы их брали? Где мы сумку-то взяли? Как мы попали туда? Все, погнали. Сумка это кубики. Ну, какая комната? Здесь, не здесь, понимаешь? Она ушла? Не совсем.
Обойти можно? Нельзя. Никак? Вообще никак. Никак не обойти здесь, ребят, нет. Это невозможно, я не могу, извините. Неплохо, кстати. Больше ничего там, по-моему, нету. Вроде бы. На всякий случай я его оставил, если сожрут нас. Но в целом нет необходимости больше. Так, 108. 108 это вроде бы тоже противогаз, правильно? Сейчас узнаем. Сразу до туда добежим, поглядим. У нас места, я понимаю, что нету. Но освободиться же одно, верно? А если будет сумка? Если будет сумка, вообще прекрасно. Побежали в 108. Здесь не нужен противогаз. Вирус здесь, ребят. Вирус в 108. Вирус. 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 Мы знаем, что нужно выбирать. Вирус 87 на потолке. 62 здесь и 15 там. Конечно, поэтому мы знаем. Это бутылка молока. Это смотрит плохо. Пованивающее молоко. Бинты. Патроны. Мы с собой патроны таскаем? Мы с собой патроны таскаем. Молодец. I don't like the sheets. А трупа-то нету. А был? Был. Опа. 83 был потрачен в прошлый раз. Угу. Но мы тратили 96. 83 это внутри активируется штука. Значит, ох ты. А прикольно, но мы главное знаем. Мы знаем, что 96. Сейчас отнесем по-быстрому. Фотографию Евы отнесем и... Что у нас там еще лишнее? О, патроны? Точно. Убрать. И Еву уберу. И противогаз уберу. Угу. Все, три слота есть. Это вирус. Что нам даст вирус? Не помню. От 203 прям. Прям сразу от 200... Не от 202, а от 203. 100%. Все, кладем 96. Вкладываем. It opened. А почему оно все равно появилось-то? Нечем перезаряжать. Истекаю кровью, это не сложно. А почему? 83-й в прошлый раз не было. Я и думал, что использовали 83-ю и... А 203-й, да, комнаты. Может быть, 83-ю и нужно было, потому что... Вот, 96, ну конечно. Ошибка. 83-ю и нужно было. Именно поэтому ее в прошлый раз забрали. А я-то думал, мы переиграли систему, ребят. Перехитрили. Нет, система нас обманула. Все-таки система нас перехитрила. Да. Ну ничего страшного. Потратили патроны, потратили бинты. Патроны есть? Патроны есть. Мы в прошлый раз тоже убивали эту штуку. Вот. 214-я комната. Что за 214-я? Такое вообще не существует. Откуда ты взял 214-ю комнату? Алло, в чем твоя проблема? У нас есть ключ от 210-й. Нам сейчас только нужно зарядить пистолет. А 203-й есть. Можем попробовать сразу, кстати, взять. Сразу 203-ю? А что нет? А вот то нет. Взять патроны. Один. Совместить. Зарядили, хорошо. Убрать хранилище, хорошо. Есть 210-я, это плюс-минус близко. Давай 203-ю сразу откроем. Мы потом еще и технический ключ найдем 203-й, но можно такой ключ. Вроде была 214.
Нет. 211 максимум. Откуда ты 214 взял? Оле! Откуда 214? Все, бежим в 203. Сразу в 203 прям бежим. Понимаешь? It's locked. И смотри, здесь не будет того существа, которое было. В прошлый раз там была девчонка, которую мы убивали. Ну, пол девчонки было, имеется в виду. А сейчас ее не будет, проверяй. Угу. Угу. Видишь? Ее нет. А где мы спички находили? Может, здесь? Мы здесь ключ это подобрали. Бочка с маслом пуста. Где мы горючку находили, не помню. Вот спички нашли. Это можно в 202 попасть. Где-то мы находили, да? Горючку. Да, находили, находили. Только где? Хороший вопрос. Во. Нашел. Прям сразу? Прям сразу. Сумасшедший. Хорош. О, это скрыто что-то довольно грязное. Полили бензином. И спички зажгли. Отлично. Продолжим исследовать все остальное? Пожалуй, да. 202, по-моему, с газом. Сейчас я посмотрю. То есть мы так быстро дошли до... Нет, 202 огнеопасное, но не с газом. Слушай. А вот чисто из любопытства, давай тогда в 202. Мы же попадем в... Мы попадем в... Интересное место мы попадем. Поясню, куда мы попадем сейчас. Сейчас покажу. Смотри внимательно. Если мы попадем в 202 отсюда, мы же в ванную комнату пройдем. Ты же это понимаешь? В ванную комнату. Мы сможем ванную комнату открыть? Или нам нужно будет ключ использовать? Там, кстати, хыр-хыркает все-таки эта девочка. Здесь патроны. Ну, возьму. Здесь огнеопасно, то есть эту девочку мы ломать не будем точно. Не, здесь закрыто. Ау. Я не помню, чтобы тут что-то было по... Ева. Там была фотография Ева. Все, дверь закрыл. Там патроны были и фотография Евы. Но сейчас я фотографию Евы, правда, там не увидел, если честно. Патроны там были. Ладно, мы там открыли и хорошо. Забраться по лестнице на третий этаж сразу предлагаешь. Ну хорошо, давай попробуем. Че нет-то? Поехали. Нам, правда, нужны три слота нужны еще. Это внизу где-то. В сотых. Но у нас есть еще 210-й. Есть. О, здесь вот такая хитрая вещь. Тут, смотри, тут ящик. Сразу в него надо положить патроны. Потому что мы сейчас будем три предмета собирать. Подбираем раз. Подбираем кислоту. И подбираем щипцы, конечно же. Хорошо? Хорошо. Поехали. Ну вот здесь, понимаешь, мы нажимаем инвентарь и использовать.
как бы все логично вполне. Зарасходован. Использовать. Круто, надеюсь, сработает. Сработает. Щипцы тогда убираем. А, щипцы потратились. Зато мы можем открыть дверь. В 305 сразу попробуем попасть. А что мы там найдем? Я не помню. 301 тогда мимо. 301 пока мимо. Но сначала в 305 по-любому. Вообще здесь где-то, на третьем этаже, должно быть зло не найдено. Ребят, смотрите внимательно. Вот здесь супер важно, серьезно, осмотреть каждый клочок всего. Каждый клочок вообще всего. К примеру, вот ключ нашел, видишь? А мог бы и не найти. Пригодится, пригодится, возьмем. Где-то записка зла должна быть. Поехали. Использовать. Вышел. Женщина там. Забей. Пусть она там так и остается. Здесь была записка, но больше ничего здесь нету. 305. Ну-ка. А-а-а. Сыграй на инструменте. Ноты здесь будут. Черепахи. Что ж все-таки за черепахи? Ключ. Может не хватить места. Что если попробовать сыграть без скрипки? Попробуем. Отмычки тоже непонятно на кой. Толкнуть пока нельзя. Здесь что-то лежит. Патроны. Не надо. В данный момент. Возьмем ноты. Ничего. Куча втулок. Почему втулки-то валяются? Так, держи тебе ноты. It's too far from the piano. Угу. То есть пока не сыграет скрипка, все-таки нет. Понял. Проверили? Проверили. Держи, друг. Now it looks ready to play. Вот, смотри. Старый ключ. Старый ключ. Старый ключ. Не знаю от чего. Правда, не знаю, от чего старый ключ. Но он просто старый, и он ключ. Просто старый и просто ключ. От чего, непонятно. Это можно открыть-закрыть, да? Понял. Где-то ключик еще был маленький. Или отмычка была? Или отмычка была? Ну, отмычку возьмем, хорошо. Так, в соседнюю комнату тогда. Может быть, старый ключ нужен для открытия замка на цепочке? Давай попробуем. Я знаю, что там мы болторезом открывали, но может быть есть альтернативный путь. Патроны, кстати. Да. Опа. Поймали скримака. До этого мы этого не делали, ребят. Вот на кой нужен старый ключ, поняли? Вот на кой. Хорошо.
Achievement complete. Скримак получен. Но как взломать ящик внизу-то? Я не знаю. Без понятия, просто, серьезно, ноль идей. Отмычками. А он не взламывается отмычками. В том-то и дело, что именно отмычками-то он и не взламывается. Болторезом снять замок с чемодана. Вот тут возможно, согласен. Надо попробовать. Давай попробуем. Так, два. Триста первый взять. Поехали. Все, побежали. I hope I can get in the motel from this floor. It's locked. В 50-м мы найдем секретку, да? Не секретку, а то, что нам нужно. В прошлый раз здесь не было барышни, теперь тоже нет. Патроны возьмем пока. Что эта штука тут делает? Действительно. Кто-то перестарался с огурцом, ребят. Кто-то с огурцом перестарался, прям хорошо так перестарался. It's a small wooden box. Маленькая деревянная коробка. It won't open. It's not working. В каком-то была записка. Инь-янь. Заперто, вряд ли смогу открыть. Может быть, надо открыть чем-то? Слушай, я ничего не нашел. It's not working. It's not, it's not, it's not work, it's not working. It's not, it's not, it's not, it's not, it's not, it's not working. Прикольно. А что мы тогда тут находили? Болторез здесь тогда получается, да? Да, получается так. Значит, нам нужен, значит, нам нужен. Ну, хорошо. Пойдем тогда отсюда. Как вообще холодильник можно запереть? Ну, возможно, потому что мы не можем открыть, поэтому он и это заперт полностью. То есть он заблокировался. Так, скидываем патроны. В хранилище. Нас интересует вот какой момент. 210 взять. Это единственное, что пока есть. А есть еще интересный момент. Кстати, табличка, видишь? Табличка, так, табличка. 210 это не табличная часть? Нет, по-моему, нет. Комната прораба табличная часть. Но не это. Хорошо, погнали в 210. Здесь вот она, табличка. Ну, у нас есть табличка, так-то. Есть, 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 мы правильно. Но пока 210. Что в 210? В 210 мы должны какой-то ключ найти куда-то. Куда? Куда-то. А, понятно. А здесь на нас нападут же? Не помню. Это микроволновка, да? Есть патроны, это прекрасно. Еще патроны. Ну хорошо, раз патроны плюс патроны, я возьму. На вид удобная. Ну так ложись, спи. Туда не пройти. Но здесь ключ будет, смотри. Вот тут. Попал. Кстати, ключ от ванной. Где мы ванну не могли открыть? В 301. Хорошо. А ключ мы нашли от чего? От 109. О, кстати.
109 это прям хорошо-хорошо. С 5 выстрелов, ну мы просто знали, что. Кусок черствого хлеба. Все, погнали. 109.